Вот все здравствуйте, уважаемые подписчики, дорогие гости канала Клан. С вами я, Мистер Саныч, и с вами Клан Квант. А с нами, с Кланом Кванты, Мистер Санычем, Тинитун. Да, Тинитун на К1, сразу скажу, бой охренительный. Кто не досмотрит его до конца, считайте, что этот день вы прожили зря. Вот прям реально зря. Сразу скажу, бой наикрасивейший и с охренительным результатом. В принципе, как большинство боев Тинитуна. А впереди, друзья, впереди идут, вас ждут клановые бои, отряд на отряд в рандоме. Где играют наши подводники, где играют наши игроки, а с одной стороны принимает участие Тинитун. Но это все, друзья, чуть позже. Почему чуть позже? Да очень просто. Я охренительно устал сегодня в пятницу. Я устал на работе. Я устал в дорожных пробках. Я сегодня мало кушал. Я сегодня мало спал. Но я выполню миссию во имя клана Квант. Я прокомментирую максимальное количество. И в том числе некоторые бои, которые мы играли сегодня, которые играли отрядами, отрядом на отряд подряд 4 боя. Это сказка, а не бои, ребята. Это был такой своеобразный анонс. Кстати, играли на именно этой карте. Так, что здесь замыслил Тинитун, сложно сказать. Ага. Скотовоз из клана Скот. Очень романтичный ник у товарища. Очень романтичный и сексуальный ник. Не побоюсь этого слова. Почему сюда идет Тинитун, а не идет в лоб на Салема? Потому что Салем будет уходить, друзья. Эта лодочка будет уходить влево. Ой, вправо по-своему. Он залез не в ту песочницу. Я подозреваю, что это будет жесткое наказание. Смею предположить. Вот он, красавчик наш. Вот он, наш красавчик. Да неужели все? Охереть! Вот это да! Сокрушительный удар. Первая кровь. Я в ахере. 6 торпец. С такого положения. Да, это охереть. Еще анонс. Еще анонс, ребята. Следом будут реплеи с моими комментариями, где будут такие же ваншоты от легендарного кошмара, друзья. Эти ребята достигли совершенства в боях на подводных лодках, в мире кораблей. Посмотрите, что они делают, что они вытворяют. Они просто терроризируют фланг. Один легендарный кошмар на К1 гонит перед собой этих прекрасных игроков. Дурика себе. Я только сейчас прочитал его ник. Простите за смех. Ник очень характерный, ребята. Кисаки Вайлд. Да, ну это все херня. На самом деле дурик-то, блядь, поинтереснее будет. Кисаки Май Вайлд.
Да, не, но все равно Дурик 72, блядь. Дурик же, да, Дурик, я думал, блядь, может человека же я обижаю. А справа у нас клан САС. Фейс Никро, Фекс Никро, тоже хороший ник. Ну ничего не будем говорить, ребята играют, играют в свое удовольствие, что это как бы Кисаки, блядь, все-таки Кисаки хороший ник. Больше там оригиналов никаких нету, блядь. Енот, ну это нормально. Чело. Век, неплохо. Влад Бач. Вот это прям шикарно, Дурик 72. Кузбас, о, братишка. Кузбас из Кемерово, ну отлично, у нас много ребят из Кемерово в клане. Ну ты в лучшем клане, ты в клане не вот, прекрасно в клане. Иван Алексеевич, ну да, без затей, без, блядь. А, ну это да, нарвался кюрф, ожидаемо. Сколько можно было выебываться, извините, выдребываться. Вторая лодочка. В сегодняшнем списке. Неполадки устранены. Упс. Влад Бач. На прекрасной лодочке. Что-то нахренел, что ли, блядь, Влад Бач. Куда ползем, Влад Бач? Или Бах? Влад Бах. Сослепу уже глазки не читают, не пишут, блядь. Смотрите, какие прекрасные люди играют здесь у нас. Кюр на Североморске, блядь. Тоже наверняка, кто у нас на Североморске, наверное, прекрасный человек. Клан Мини, ну да. Год Найн. Ну, здесь не переводим. Лайк Ангел. Решил запокуситься. Тинитунчик на целкость, блять, Розвельта. Тысячи уже урона. Ни много, ни мало. Ай-яй-яй, отклонился. Вот зараза какая. Смотрите, что произошло. А, ни одна не попадет, скорее всего. Да, так оно и получилось. Перешел на ручное управление змей этот. Нет, отвернет. Нет, не отвернет. Нет, отвернет. Нет, не отвернет. Хорошо, торпедки идут. Очень хорошо. Че, отворачивать, зараза, что? Опять мимо? А нет, все шесть, отлично. Нихера себе. Командир, нас обнаружили.
помогли ему, конечно, но шикарно. Видимо, четвертая лодка сейчас будет в порту. Подозреваю, что будет именно так. Четыре лодки у нас осталось, 6 у противника. Тюнитун решил взять точку А. Благородно. Цель миссии прям хорошая. Прям очень хорошая цель миссии. Удастся ли ему это? Ну что взять-то удастся, да, это скорее всего. А вот что дальше будет, сложно сказать, очень сложно сказать. Друзья, еще раз анонс. 4 боя отрядом на отряд. 2 на 2. В том числе с участием Тинитуна. Бои просто охренительные. Все 4. Все 4 боя. Все. И еще много боев, в том числе... Бой легендарного кошмара против эсминцев. Это примерно то же самое, что сейчас сделал Тинитун. Просто порвал. Что одну лодку, что вторую. Вернее, что первую, что вторую. Да, тяжело будет здесь победить. Очень тяжело. Но урона, ребята, смотрите, 221 тысяча урона. Это не просто хорошо, это очень хорошо. Еще почти 7 минут игры. Себе. Вот это, блин, расклад, так расклад. Командир, нас обнаружили.
Что-то затеял Тинитун. Вот реально что-то затеял. Минуты 41. Отлично. Шикарно. У меня же глаза открылись шиши. Отлично, доворачивай, доворачивай, Тинитунчик. Доворачивай. Блин. Кракен как. Шестая лодка. Охереть. Просто охереть. 267 тысяч урона, блядь. К1. Да, вот это бой, ребята. Чтоб нам так всем хотя бы смотреть, не говорить, чтоб каждому так из посмотревших играть. Я вывел новую теорию. Всем добра, до свидания.